На этой фотографии запечатлен Миколаос Чурлёнис, знаменитый художник и композитор, идеалист, мечтатель. Он творил в 20 веке. В Самаре впервые открылась выставка его фотографий. Центральная их тема – море и люди, связанные с ним. Фотографии кажутся простыми по композиции, но если вглядеться, станет понятно, насколько автор тщательно продумывал кадр. И поэтому фотографии дарят ощущение той самой морской легкости и одновременно вечности. Мы сейчас с вами привыкли к фотографии современной. Это уже неотъемлемая часть жизни. А что такое фотография в начале 20 века? Что такое взгляд художника? Как это соединимо и как приблизиться к синтезу искусств? Вот это все мы видим здесь на этой выставке. Это человек судьбы. Он отдает себя полностью искусству. Он питается хлебом, водой. Ему противно думать о быте. То есть, на самом деле, художник, идеалист в самом высоком таком смысле. На выставку пришли и поклонники творчества художника. С его творчеством их связывают личные истории. Вячеслав Грачев впервые музыку композитора услышал в Литве. Там он участвовал в строительстве Игналинской атомной электростанции. Ее остановили в 2009 году, но прекрасное ощущение от творчества Чурлёниса осталось. Зацепила, собственно, эпоха та, которая на фотографиях представлена. То есть люди, антураж, строение. Крайне интересно была ассоциация этой выставки с тем временем, в котором я был в Литве. Открытие выставки продолжилось концертом правнука композитора Рокаса Зубоваса и его супруги Санаты Зубовени. Они играли композиции Чурлёниса, задумчивые, порой героические, легкие и вдохновенные. Я иногда думаю и говорю людям, что вот эта мембрана, которая его соединяла с каким-то, с сердцем земли или что-то такое, была такая тонкая, такая хрупкая, что он чувствовал все гораздо прямее, гораздо более насыщенно, чем другой человек. Побывать на выставке можно до 20 декабря. Александр Ломаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События.